эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском отделении общества инвалидов организован сбор и доставка гуманитарного груза для участников специальной военной операции на Украине. Мы просто-напросто вот накупили вот все, что решили необходимым, что это обязательно пригодится. Преодолевая препятствия, водители грузовиков продолжают игнорировать ограничители высоты у Расторгуевского тоннеля. Водители останавливаются перед искусственным дорожным узлом, смотрят по сторонам, смотрят на знаки. В субботу на стадионе «Металлург» в рамках чемпионата России наши спортсмены встретятся с командой «Колос». Конечно же, будут секреты. Вот, вы их увидите все на матче, на игре. По инициативе председателя Московского областного общества инвалидов Николая Зеликова в Ленинском отделении общества были организованы сборы доставка гуманитарного груза для участников специальной военной операции на Украине и жителей Донецкой и Луганской народных республик. С участниками акции побеседовал Максим Козлов. В течение нескольких дней из разных уголков Ленинского округа и всей Московской области в помещение, где располагается Ленинское отделение общества инвалидов, доставляли различный груз. Эта благотворительная акция была организована по решению председателя Московской областной организации Николая Ивановича Зеликова. И нам оказана большая честь организовать этот сбор помощи и доставить по месту назначения. Белгородская область, село Ровеньки. На следующий день началась загрузка. Гуманитарную помощь местные жители продолжали приносить практически до самого отъезда машин. Лекарства, влажные салфетки. Откуда узнали о сборе? А в школьном чате у нас было опубликовано объявление. И решили принять участие? Да, конечно. Помимо различных отделений Московского областного общества инвалидов и рядовых граждан, в акции приняли участие общественные организации и представители бизнес-сообщества. Мы просто-напросто вот накупили вот все, что решили необходимым, что это обязательно пригодится. Поэтому думаю, что вот так. Поэтому мы не первый раз помогаем. Я считаю, что это наша святая обязанность. Не только необходимые вещи повезут волонтеры, будут и подарки, способные поднять настроение и боевой дух участников спецоперации на Украине. Это сделал детский сад «Ласточка». Вот такую газету они назвали, сделали. Этой же цели служат и письма, которые написали солдатам воспитанники детских садов Ленинского городского округа. Возвращайся скорей домой. Гуманитарный груз до самого пункта назначения в Белгородской области будут сопровождать волонтеры Ленинского округа. Мы едем в Ровеньки. В Ровеньках есть общество инвалидов. Коллега Наталья Алексеевна уже нас ждет. Администрация местная тоже нас ждет. Нас будут встречать. И мы попадем и в госпиталь, мы попадем в диспансер, врачам, к медикам. То есть мы везем подарки и помощь всем, помимо солдат, еще тем, кто к нам обратился. Инициатор акции, председатель Московского областного общества инвалидов Николай Зеликов, лично курировал отправку груза. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В территориальном отделе «Видное», 6-й микрорайон, прошла встреча жителей ЖК «Первый квартал» с начальником управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Верой Поповой. На совещании обсудили вопросы, волнующие местное население. Жилой комплекс «Первый квартал» состоит из нескольких многоквартирных домов, расположенных на улице Калиновая. Ольга Мифтахова проживает в микрорайоне 3,5 года. В территориальное отдел обратилась с просьбой по замене покрытия на площадке для воркаута, расположенной во дворе. Тренажеры стоят на песке, что создает неудобство для занятий спортом. Первое, что можно сделать, можно посмотреть проектную документацию, можно посмотреть экспертизу и декларацию застройщика, что там написано. На сегодняшний день то, что известно мне, у меня есть рабочий проект, в котором как раз написано, что на спортивных площадках должно быть резиновое покрытие, экологически чистое. Точно так же написано в экспертизе, которая просто обязательно должна быть у любого проекта. Второй вопрос касался нехватки парковочных мест. Стоянку жилого комплекса часто используют и соседи из других микрорайонов. Мы приняли решение
три дома, Калиновая 1, Калиновая 3, Калиновая 5, собрать общее собрание собственников в каждом доме и принять решение по установке шлагбаумов. Почему? Потому что мы хотим, чтобы на нашей территории парковались только наши жители. От нас очень удобно, первое, выезжать на работу, то есть удобно жителю даже Эко-2, например, Видного берега, припарковать машину именно вот на этой площадке. Почему? Потому что с утра он прогуляется немножечко, там 10-15 минут, сядет в машину совершенно спокойно с нашей парковки, попадет на выезд на М4. Все вопросы и предложения выслушала начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Вера Попова. У нас с вами большое расстояние до дороги еще в Зеленке. И вот они здесь приходили и просили это использовать, то есть так или иначе подпарковочные какие-то карманы они готовы сделать. То есть отдельно с ними поработаем, чтобы для их жителей, там, или спокойно кто там заезжает, чтобы вас там не трогали, да, они отбили НБО сам створ дороги, да, остался, и укатали просто все в асфальт остальное, чтобы кто мимоходом едет, заезжал, ставил там свои машины, какой-то, ну, по крайней мере, момент там снятия нехватки мест. Стоит отметить, что это уже не первая встреча жителей по этим темам. Сейчас все вопросы взяли в проработку. Это не первая встреча, которую проводим. Проводит территориальный отдел уже, наверное, третью встречу с представителями-застройщиками, представителями совета дома по вопросам организации парковочного пространства, по организации вообще, в принципе, внутренних работ по гарантийным обязательствам брусники. Следующую встречу сотрудники тиротдела с жителями первого квартала планируют провести в августе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видном установили новые ограничители высоты транспорта на подъезде к тоннелю между центром города и Расторгуево. Кроме того, с обеих сторон появились лежачие полицейские. Однако не все автомобилисты рады новшествам. Тему продолжит Олеся Попова. Старые ограничители высоты, по словам жителей, были незаметными и ненадежными. Новые конструкции имеют яркий цвет и собраны из более прочного материала. И если с необходимостью установки ограничителей никто не спорит, то появление лежачих полицейских около тоннеля вызвало возмущение автомобилистов. По их словам, в часы пик здесь начала собираться пробка. Представители администрации рассказывают, прежде чем установить искусственные неровности, проводили публичное обсуждение с представителями общественности и депутатского корпуса. Все-таки мы приняли решение об установке этих искусственных дорожных неровностей для того, чтобы обратить внимание водителей на препятствия, которые у них есть впереди. То, что касается образования пробок, как вот жители пишут, да, мы согласны, что небольшие пробки образуются, но время пересечения данного туннеля увеличилось фактически только на 3 минуты. И это реально в утренние часы пик и в вечерние часы пик. Мы за этим пристально наблюдаем. Одна из причин, по которой установку лежачих полицейских признали необходимой – недавний ремонт тоннеля. Реконструкция обошлась в 50 миллионов рублей. Однако крупногабаритные автомобили за несколько месяцев уже успели подпортить внешний вид арок. Искусственные неровности и новые ограничители должны защитить благоустройство. Вот сейчас наблюдаю, как проезжают газели, да, которые чуть-чуть не достают до 3 метра. Водители останавливаются перед искусственным дорожным ремонтом, смотрят по сторонам, смотрят на знаки, какая высота, и потихонечку проходят под данное сооружение. Соответственно, мы хотим просто приучить водителей, чтобы они обращали внимание на знаки. Кстати, водители грузовых авто успели подпортить не только ремонт тоннеля, но и обновленные ограничители. Монтаж красно-желтых арок завершили в среду вечером. А уже в ночь на четверг две из четырех конструкций на высокой скорости снесла бетономешалка. Личность водителя и организация собственника автомобиля уже установлены. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. После закрытия ковидного госпиталя в стенах стационара Видновской районной клинической больницы возобновились плановые операции. В отделении отоларингологии, к примеру, детям теперь вновь дарят возможность свободно дышать. Маленькой Есине Бердниковой диагноз аденоиды 3-й степени поставили еще 2 года назад. Но из-за пандемии такие плановые операции приостановили, и девочка все это время не могла полноценно дышать носом. Она очень сильно храпела, дышать ей очень плохо было. Вот. И мы наконец-то дождались операции, и нас вот направили в Видное. Мы попали к Кристине Николаевне.
за что я очень благодарна. Весной из-за улучшения эпидемиологической обстановки ковидный госпиталь в стенах Видновской районной клинической больницы закрыли. И после мойки все отделения заработали в прежнем формате. В нашем отделении возобновились плановые операции, в том числе и операции у детишек по удалению аденоидов, гипертрофии нервных миндалин, различных новообразований органов, которые мешают деткам дышать. 15 июля трехлетняя Есения перенесла аденотомию – операцию по удалению гипертрофированной глоточной миндалины под контролем эндоскопической техники. Аденоиды были большие, в третьей степени. Все удалили, ребенок дышит носом, как и должно быть. Больше я переживала, а на самом деле ребенок даже ничего не понял. Ей дали подышать, и она привезли ее через час, по-моему, полтора. С первого же дня не храпит. Начала говорить лучше, слышать, потому что она себя. Анна не пожалела, что доверила свою дочку именно видновским медикам. Доктора сразу нашли общий язык с девочкой, и теперь Есения без опаски приходит на осмотры. Как твои дела? Нормально. Что у тебя за игрушечка? Как зовут? Малинка. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Пойдем смотреть нос? На данный момент врачи Видновской районной клинической больницы подарили возможность полноценно дышать носом более чем 30 мальчишкам и девчонкам. Екатерина Борисова, Елена Кошелева, Видное ТВ. В субботу на стадионе «Металлург» состоится долгожданный для болельщиков матч Видновской мотобольной команды с гостями из Ставропольского края. В рамках чемпионата России наши спортсмены встретятся с «Колосом». Накануне игры Юлия Погосян побывала на тренировке «Металлурга», чтобы узнать о настрое ребят. Большая часть чемпионата России по мотоболу 2022 позади. В этом году участие в нем принимает 7 команд. Сейчас спортсмены заканчивают состязаться в двухкруговом турнире. А потом первые 4 команды проходят 3 финальных. Это плей-офф называют так. Английское шло, вообще 3 финальных турнира. У первых 3 команд, которые заняли в отборочном этапе первые 3 места. 4 команды собираются, 3 финальных турнира. Один, кстати, из них видно на День города будет. Ну, видимо, в Ипатово и, видимо, в Чельпильске. Пока, конечно, неизвестно первые 3 команды, но, тем не менее, так уже по истории, видимо, известно. Предположительные локации плей-оффа объяснимы. Именно «Металлург», «Колос» и «Агрокомплекс» последние годы – основные соперники в чемпионате. Серьезная борьба сейчас разворачивается вокруг 4-го места. Но, как любит говорить президент видновской команды Валерий Нефантьев, поле ровное, мяч круглый. Поэтому наверняка быть уверенным никак нельзя. А на финальный результат «Металлурга» может повлиять ближайший матч 30 июля. Со своим главным противником командой «Колос» из Ставропольского края в рамках чемпионата 2022 года видновчанам предстоит встретиться впервые. Мы всегда настраиваемся на каждую игру очень серьезно, и я считаю, что Ипатово не исключение. Мы готовимся полным ходом, потому что нам надо победить. Мы хотим этого, и нам надо доказать то, что мы сильнее. После долгого перерыва из-за травмы на поле снова капитан команды «Металлург» Владимир Сосницкий. Активно тренируется и готовится ко встрече с гостями из Ипатова. Чувствую нормально, уже 5-я тренировка. Конечно, буду, уже соскучился. Я думаю, восстановился к самым интересным играм. Будем стараться. Стараются игроки на тренировках, выкладываются на все 100%. Тренер команды Андрей Павлов готовит «Колосу» сюрприз в виде новых тактических решений. Секреты, наверное, есть какие-то. Если без секретов, то, ну, наверное, неинтересно будет смотреть матч. Все просто, предсказуемо. Конечно же, будут секреты. Вот, вы их увидите все на матче, на игре. Я думаю, госпожа удачи все-таки нам поможет. Приходите, дорогие зрители, матч будет очень захватывающий. Обещаю вам, никто засыпать не будет на трибунах. К этому этапу чемпионата России 2022 года обе команды пришли без единого поражения. В частности, поэтому игра 30 июля настолько важна. Матч состоится в 17:00 на стадионе «Металлург». Юлия Погосян, Александр Логинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.